Выездные налоговые проверки предпринимателя Александра Мордасова за последние 3 года проводились несколько раз. Фискалы анализировали деятельность бизнесмена и его компаний с 2012 по 2014 годы. Причем анализ этот проходил по так полюбившейся областным налоговикам схеме. Прийти не одним, а с силовиками. А лучше, чтобы те сразу устроили маски-шоу. Некий элемент устрашения. Мол, или отдавайте, сколько мы требуем, или будет хуже. Бизнесмен поясняет, доказательства его налогового преступлений высосаны из пальца. Просто когда пришли первые проверки, Александр Мордасов отказал тем, кто ему настоятельно предлагал не ссориться, а отдать все по-хорошему. Все это сделано искусственно, и это было озвучено. Меня вызывал майор РБП Чистяков. Он был включен в вашу проверку. Был включен. И он мне прямо сказал, что если я буду отказываться заплатить эту сумму, будет начислена очень большая сумма, и на этом твой бизнес закончится, потому что ты не будешь в состоянии ее заплатить. Это называется рэкет вообще, если честно. Правоохранительные органы уже дал показания. Заявление, да? Пожалуйста, правоохранительные органы, и они разберутся. Я хочу при наличии средств массовой информации, чтобы это услышали многие. Показания Александр Мордасов давал в рамках расследования уголовного дела экс-руководителя областной налоговой Сергея Кошелева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. О схеме работы фискалов под его управлением с обязательным привлечением силовых структур для устрашения рассказывал не один владимирский бизнесмен. У группы компаний «Эльмех» областные фискалы при поддержке правоохранителей в итоге потребовали вернуть недоимку в размере аж 350 миллионов рублей. Налогоплательщикам применена схема дробления бизнеса, осуществляемого им с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это производство и реализация меховых и кожаных изделий и сдача недвижимого имущества в аренду. Налоговики утверждают, свой бизнес предприниматель раздробил специально, с целью уклонения от уплаты налогов. Несколько компаний, которые имели в штате менее 100 сотрудников, а соответственно и налоговые послабления, он разделил якобы намеренно, а значит, не доплатил в казну. А то, что все эти предприятия работали в разных сферах, имели свои доходы и расходы, у каждого был свой директор и штат сотрудников, никто не учитывает. Областные налоговики настаивают, 3 компании, внимание, в городе Коврове и торговый центр во Владимире, который сдает Мордасов в аренду, это один бизнес. То есть фискалы сейчас пытаются доказать в суде, что это все едино. Бытовые услуги, торговля, производство и торговый центр совсем в другом городе. По мнению бизнесмена, все наоборот логично. Если не идет бизнес у одной компании, ее можно спокойно ликвидировать без ущерба для всех остальных. Таковы реалии. А вот исходя из позиции налоговой, получается, что любая группа компаний может быть привлечена за намеренное дробление бизнеса. Мы считаем, что фактически деятельностью всех этих организаций контролировал Мордасов Александр Юрьевич. Уже и получал выгоды. Вы, наверное, именно должны от этой деятельности догадываться, что жизнь устроена так, что любой бизнес, он кем-то контролируется и кому-то приносит выгоду. Я сейчас никаких Америк не открываю этим утверждением. Адвокат предпринимателя поясняет, по поводу дробления бизнеса все подробно уже разжевали московские налоговики. Это формулировка, а соответственно и претензии могут предъявляться только к одной сфере деятельности, а никак не к разным. Да и на судах, рассказывает адвокат, фискалы никак не могут подкрепить свои доводы конкретными фактами. Вы обосновываете принятое решение тем, что предпринимателю потребовалось организовать, зарегистрировать новые фирмы, потому что у него произошло увеличение производственных мощностей и увеличение количества работников. Вот я просто хочу спросить, какое было увеличение производственных мощностей и производственного персонала? Какого, в какой организации, насколько, в каком виде деятельности? Можно ответ получить? Давайте все-таки на вопрос ответим. Но эту информацию в кипе бумаг налоговики обнаружить так и не смогли. К слову, нападают на предпринимателя сотрудники ведомства сразу вчетвером. И все равно доказательства сам Мордасов и его адвокат считают просто придуманными. В большинстве договоров аренды отсутствует четкое указание помещений, сдаваемых в аренду. Техпланы к договорам не приложены, что позволяло в декларациях по единому налогу на вмененный доход взаимозависимыми организациями отражать показатели, которые приближены к предельным для возможности применения единого налога на вмененный доход. В любом торговом центре сделано так же.
что одно большое помещение разделено перегородками, которые не вносятся в технические паспорта, ни в техпланы, ни во что. Что тут такого? Ну, надо говорить тогда какие-то правдивые вещи. Вот мы пришли в 2016 году и не увидели этих перегородок. Они могли быть? Могли быть. Почему вы утверждаете, что их не было по технической документации? Ни в одном торговом центре никакая перегородка не может быть зафиксирована в технической документации. Потому что это бред. Человек уехал, съехал, поменялось. Тем не менее, налоговики настаивают. Мардасов создал один большой подконтрольный ему комплекс. И все предприятия, входящие в него, были зарегистрированы с целью уклонения от уплаты налогов, а не с целью развития каждого, независимо друг от друга. Результат такой работы областной налоговой над планами пополнения бюджета – уже сотни сокращенных людей с предприятий Эльмеха. И не только во Владимире, а в основном в Коврове. Ну а если предпринимателю не удастся доказать свою правоту, то и оставшиеся компании, вероятнее всего, закроют свои двери. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.